Всем приветики, приветики. С Ангелушей мы пришли с садика. Опа, что-то у нас свет там. Пришли с Ангелушей мы с сада. Да, доченька? И будем сейчас заниматься, нам логопед дал задание. То, что нужно рисовать, обводить, разукрашивать. Ангелуша моя сделала. А вот сейчас будем с ней повторять. Слова, да? Так, это мы делали, это вот. Будем, у нас с тобой будет тема «Зимующие птицы». Нужно назвать птиц, которые у нас зимуют. Называй птиц, которые у нас зимуют. Ну, кто это? Голубь. Голубь. Мороженое ела. Ела мороженое. Ворона. Дятел. Дятел, молодец. Желтеньким животиком. Кто это? Вспоминай. Я не помню. Синичка. Дальше кто это? Прыгает все время. Скок да поскок. Воробей. И снегирь, правильно? Так. А теперь будем с тобой считать птиц. Нам нужно с тобой считать. Смотри, как я начинаю. Одна ворона, две вороны, три вороны, четыре вороны, пять ворон. Ты считаешь синичек. Начинаешь считать синичек. Одна синичка. Две синички. Три синички. Четыре синички. Пять синичек. Пять синиц. Теперь считаем один голубь. Один. Один голубь, два голубя, три голубя, четыре голубя, пять голубя. Голубей. Голубей. Так, теперь считаем дятла. Один. Дятел. Два дятел. Три дятел. Четыре дятла. Пять дятлов. Теперь воробушков считаем. Воробей один. Один. Воробей два. Воробья три. Воробья четыре. Воробья пять. Воробьев. Так, теперь подбери признак не менее трех признаков. Синичка. Какая синичка? Синичка. Ну, смотри на синичку, рассказывай, какая синичка. Вот я могу сказать, синичка маленькая, красивенькая, и желтенькие у синички. Пузик. Правильно. А ты расскажи мне про дятла. Дятел какой? Он на дерево. Что он на дерево делает? Точит. Лечит. Он оттуда червячков всяких достает, жучков. Правильно? А какой он? Расскажи, какого он цвета? Ну, давай с картинки. Синяя. Вот давай на картинку будем смотреть и рассказывать, какой дятел. Синий. Синего с черненьким, да? У дятла и что? Красненький. У дятла на голове есть красненькое пятно. Правильно? И какой у него клювик? Остренький. Маленький остренький клювик. И очень он, наверное, у него крепкий, раз он стучит в дерево, да? Так. Теперь я говорю один снегир, а ты говоришь много снегирей, да? Одна сова. Одна сова. Дальше много. Сов. Молодец. Один дятел много. Дятлов. Дятлов. Молодец. Одна стая много. Стай. Угу. Молодец. Исправь ошибки. Так. Не надо? Исправь ошибки. Вот правильно здесь сказано? Снегир клевала хлеб. Хлеб. Исправь меня. Снегир клевал хлеб. Такое не может быть. Смотри теперь. Сорока сидел на заборе. Как правильно сказать?
Сорока сидел? Нет. А как? Сорока сидела на заборе, правильно? Ну, а что мы будем синим и зеленым делать? Серая голубь, как правильно сказать? Серая голубь. Нет, серый голубь. Белый сова, правильно как? Белая совушка. Сова, правильно, совушка. Так, здесь ты выполнила задание, здесь она находила тени. Это то, что я говорила, она скушала. Если нужно было обвести, разукрасить. Вот. Теперь мы будем птичек обводить, вот этих вот. Будем обводить птичек. А нам что-то этого должно... Так, куда летят птица? Куда летит птица? Если вправо, обведи ее синим светом. Если влево, зеленым светом. Где у нас справа? Где у нас правая рука? Вот. Молодец. Так, вправо берем синий цвет. И обводим птички, которые летят в ту сторону, вправо. А здесь стоит? Нет, нам нужно, которые летят. Которые стоят, пусть стоят. Не, не нужны потом. Нет, они же стоят, они же не летят. Здесь же написано птица, которая летит. Куда летит птица? Сейчас. А вот это я не буду. Так, теперь берем, где у нас слева? Показывай левую руку. Бери зеленый карандаш. И обводи тех птичек, которые влево летят. Вот это? А какое стоит им обводить? Угу. Что такое пятно на майке? Я не поняла. Что? Я не знаю, я... Это военная окраска. Не всех ты птичек влево ввела. Я знаю. Видишь, какая хитрая загадка, да? Ага. Как будто они стоят, но они не стоят. Они так машут крылышками. Молодец. А теперь давай с тобой повторим слова. Ал, ал, ал. Ал, ал, ал. И ел, ел, ел. Ел, ел. Yeah. Молодец, я еще немножко прикусываем. All, all, all. 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 Так, здесь ты ленишься, давай еще раз. All, all, all. All, all, all. All. Ла, ла, ла. Ла, ла, ла. Ло, ло, ло. Ло, ло, ло. Вот поэтому надо было заниматься с вами, там есть зеркало. Все, моя хорошая, здесь ты все выполнила. Мама. Все, по рисункам она сделала все. А вот это? А вот это еще? А вот это? А, упражнение, не лепится. Рассмотри картинку, скажи, чего не бывает весной. Во! Чего не бывает весной? Во! Так, а что это во? Вот, скажи, чего это не бывает? Во, во, это во. Ну, мальчик. Весной мальчик не может. Что он не может делать? Ты же показываешь. Не может. Катить снег. Не может лепить снеговика. Правильно? Да. Дальше находим, что здесь неправильно. Смотри внимательно. Ага. Внимательно смотри. На речку смотри. Листья. Листики. Когда листики у нас падают? Только полным предложением говори. Листики падают осенью. Молодец. Что еще, смотри. Одета. Солнышко. Чего не бывает весной? Что весной не бывает? Подснежники. Здрасте. Подснежники самые первые цветочки весны.
А вот мальчик, когда он плавает в реке, посмотри, что вот это вот плывет вместе с ним? Снег. Ну, лед плывет. Вот мальчик плавать весной в реке? Нет. Почему? Потому что он может удариться, а я иду. И а еще почему? Потому что ему будет холодно, правда, он заболеет. И пойдет в больницу. Да. И все. А, нет, не все. Вот этот, ну-ка, маленькую детальку рассмотри, что ребята делают. А, у него веник. Это не веник, это что лопата. А, они садят. Они выкапывают картошку. Когда мы картошку с тобой копали у бабушки? Летом. Здрасте. А, осенью. Правильно. Все, молодец, занималась. Сколько у нас на все ушло? Почти 11 минут. Что мы будем говорить? Всем пока-пока. Ставьте нам лайки и подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал и ставьте нам лайки, потому что Ангелуша у меня молодец. Она у меня занимается логопедом. Слава Богу, наш логопед выздоровел короной. Болела наша девочка 2,5 месяца. Да? Ты рада, что твоя Александровна? Мультики я смотрю. Ну посмотри, ты позанималась и имеешь полное право посмотреть мультики. Все. Всем пока-пока.